Мотобольная команда «Металлург» – гордость жителей города Видное. Когда-то этот вид спорта пользовался огромной популярностью. В последнее же время на матчи приходят в основном те, кто ходил на них еще лет 10 назад. Но время не стоит на месте. Город растет и развивается. Приезжают новые жители, которые никогда даже не слышали о существовании мотобола. Особенно дети. Желая возродить интерес к этому спорту и привлечь в юношескую команду новых игроков, команда «Металлург» посещает школы нашего города и беседует с учениками различных возрастов. Вот уже второй раз прославленную мотобольную команду «Металлург» приглашают в 9-ю школу города Видное. В этот раз спортсмены общались со старшеклассниками, рассказывали о 40-летней истории команды и своих победах, а их даже трудно перечислить. Сегодня «Металлург» – обладатель Кубка европейских чемпионов, 25-кратный чемпион СССР и России, 20-кратный обладатель Кубка Советского Союза и Российской Федерации. И все эти награды посвящены болельщикам. Игровой вид спорта. В конечном итоге мы играем для зрителей, поэтому когда на стадион приходят люди, гораздо приятнее играть. Хотя мотобол является визитной карточкой Видноского края, до сих пор есть те, кто никогда даже не слышал про этот вид спорта. Ученик 10 класса Максим Кобзов сегодня впервые познакомился с мотоболом и остался очень доволен встречей. Однако заниматься таким спортом самому желания не возникло. Это такой нестандартный вид спорта, и мне кажется, мне нравится больше хоккей, футбол. Посмотреть, да. Девятиклассница Валерия Буткевич тоже раньше не знала о существовании мотобола, но очень вдохновилась рассказами игроков и решила присоединиться к многочисленным болельщикам команды «Металлург». Подруга с родителями ходит, поэтому они меня в следующий раз возьмут, я думаю, я напрошусь. Рассказывая школьникам о своих успехах в мотоболе, спортсмены вдохновляют ребят своим примером. Ведь самое главное – заниматься спортом, и совсем не важно, каким именно. Юлия Широкова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.